Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем проходить Чарли Мёрдер. Ну что же, локальная игра. Выбираем нашего любимого Рекса. Так, где-то родной у меня? Вот он. И приступаем месить нечисть. Так, давайте перейдем туда, где мы с вами закончили. Отлично. Ну что же, ребята, продолжаем. Так, это как раз то место, где мы с вами закончили. Полетели. Сейчас будут на нас нападать злобные птички. Ну, естественно, мы их сейчас завалим всех. Ну, где вы там? Чё-то пока не... Ага, вот они. Вот они, родные, летят. Ястребки. Иди сюда. Под раздачу я вам устрою здесь батлтоц. Так, зашибись. Пока все нормально. Птички в касках каких-то летают. Ох, ты еще и плюешься, гадина. Ага, кислотой. Вот оно значит что. Так, тогда не даем ему спуску вообще никакого, ребята. Иди сюда, не улетишь. Давай, ага. Блин, я думал последний, нифига. Главное, ребята, не попасться между ними, иначе запинают. Они такие, маленькие да вредные. Отлично, пока все нормально. Не считая того, что я отравлен кислотой, а так все ништяк. Замечательно. Ну все, да, все, ребята, мы поднимаемся. Так, ага, ниндзюцу, ну давай иди сюда. О, чмошник мелкий, а. На-ка. Смотри, что делает, а, из-под тишка подлец. Ну, сейчас я с ним тут разберусь по-быренькому. Я не буду тут шутковать, как в тот раз. Да, мне бы желательно у ведьмы забрать пистолет, если она, конечно, ага, носит. О, я вижу, он не с собой. Как же она без ствола-то? Так, все, вроде ниндзя. Готовченко, иди сюда, красавица. Вот так вот. Тебе мои кулаки по роже только на пользу. Как это она мне вырвалась из рук, а? Ты смотри, ты еще боксирует, а? Мелюзга такая. Так, замечательно, ребята, забираем ствол. И идем на дальнейшие разборки. Так, что это у нас так музыка раздухарилась? Кто здесь будет? Вроде пока никого нету. Ну, ага, слышу, слышу, красавица, как ты тут кричишь. Черт подери, ее нельзя почему-то в воздухе подстрелить. Ну, вот так зато было можно. Давай-ка, вот так вот, отлично. Продолжаем. Ну-ка, иди сюда. Вот, это другой разговор. Так, хорош прыгать. Блин, смотри, что делать. Обратно на свою метлу. Но это ее не спасло. Кстати, да, как ты ее шоколадушку-то пропустил. Вот так. Денежки собираем. Продолжаем. Возьмем новый ствол. И кто у нас тут? Опять никого пока. Что мне тут показывает мобила? Ага, одно очко. Можно что-то выучить, ребята. Ну давайте определимся. Реликвии одновременно активируют три чего-то там. Выполнить захват соперника. Затем, чтобы произвести бросок. Встречный удар, ага, это из блока. И рюкзак. Мастер палицы. Слушайте, я даже не знаю, может быть, или сумку. В общем, давайте, ребята, реликвию выучим. И все здесь. Не будем долго париться. Так, ну здесь защиту. О, по максимуму. И сила. Отлично. Так, у меня еще анархия. Блин, я про нее совсем забыл. Ладно, ой-ой-ой, куда это он? Ё-моё, блин, я думал, что она не поедет. Ну ладно, дождемся. Бултых. Поехали, тележка. Я хочу монстров, мобов, где они здесь? Навалять, чё я так буду зря бегать с пистолетом? Так, где красавцы мои? Опять нет никого. Что это за пустые коридоры? А это у нас кто такой? Ну, судя по физиономии, это Паул. Так что, и это получается у нас очередной босс. Ух ты, Фантом Паул. Ну так и есть. А почему Фантом? Вроде как был только что живой. Ладно, ребята, сейчас не до этого. Надо колбасить этого сосунка. Так, сзади квадратноголовый, блин. Что делается здесь, ребята? Ну-ка, идите сюда. Вот так вот всем достанется. Ух ты, неплохо. Неплохо он штудирует косой. Всем по суперудару достанется. Так, ну слава богу, эти сдохли. Теперь остался Пауль.
Куда ты там? Что ты там кряхтишь? Иди ко мне, в ближний бой, блин. Так, он на меня какое-то проклятие повесил, урод. Но это, я думаю, его не спасет. Главное, не продинамить, ребята, хпшку. Вот так вот, знаете, вам всем поджарю всех. Блин, отличный, отличный суперудар был. Хорош дышать на меня, иди зубы почисти, блин. Говноед, а? Что тварь повторяет? Да ё-моё, этот квадратноголовый еще, блин. Слушайте, я так, ребята, могу профукать. Так, подкрепились, главное, что... И начинаем долбить опять. Ты задрал уже, Пауль. Надо как-то его подловить, ребята. Мимо, блин. Подловил, называется. Так, тихо-тихо-тихо. Во, нормуль. Так, иди сюда, дамочка, дай мне. Блин, у нее оказалась метла вместо пистолета. Так, а этот-то что, смотрите, как взял, блин, мне тут подсвечник. Вот так вот. Ух, как хорошо. Топорик-то действует, ребят, смотрите. Зарядил, как говорится, в чай. Ядрить его на корень. Опять он начинает свою херню эту мутузить. Давай, давай. Как он так увернулся от моего суперудара? Еще никто не уворачивался. Так, немножко, немножко осталось. Совсем немножко, ребята. Все, чайная ложечка. И он готов. Твоими квадратноголовый этот лезет не вовремя. Ну, есть. Есть, ребятушки. У него даже, я смотрю, что-то вылетело. Так, главное, что мы его забомбили. Почему не могу взять? Почему я не могу взять монокль? Ага, вот. Отличненько. Так, шоколадка. Ну, это нам не нужно. Подбираем пистолетик и идем. Слушайте, а довольно был простой босс, так что все нормуль. Ладно, ребятушки, продолжаем наше путешествие. Так, это что такое у нас? Что-то непонятное. Переключатель, что ли, или мне кажется? Ладно, фиг с ним. Давайте-ка сфоткаем. Я вижу, тут на полу у нас... Ага, код. Есть наличные 20 баксов. Неплохо, довольно хорошо, я бы сказал. Бочки здесь нам не нужны. Чё такое? Ох ты, смотри, как гад выжил еще. Оп, и чего? Ах ты, зараза ты мелкая. Он нас, значит, куда-то отправил. В какую-то канализацию, что ли? По всей видимости, получается именно так. Ладно, ребята, берем пушку. Если он думает, что он меня этим запугает, то он глубоко ошибается. Я же Рекс. Так, что тут за корзинки мешает мне пройти? Так, все шикарно, ребята. Пока никого нету. А кто, интересно, здесь? Опять зомбари будут или какие-то новые? Новые мобы. Так, что тут? Ох ты, смотри, что делает, а? Профессор Лебединский, блин. Избивает, избивает такого здоровяка. И тот даже ничего не может сделать в ответ. Ну, это непорядок, ребят. Но нам-то с вами некогда тут рассусоливать. Мы просто идем за ними. Что здесь у нас? Опять путешествие? Давайте зайдем, наверное, и посмотрим, что там у нас будет. Да что такое, кнопки путаю постоянно. Какая-то комнатка у нас, да, здесь? Смотрите-ка, довольно чистая кроватка. И почему-то здесь никого нету. Странно, а для чего тогда здесь это все сделано? Какой-то подвох наверняка. Ну-ка, иди сюда, диванчик. Нет, никакого подвоха нету. Просто пустая комната. Ну что ж, тогда мы отсюда выходим. Здесь нечего нам ловить. И продолжаем двигаться. Так, иди сюда, подсвечник. Блин, мне нужен подсвечник. Отлично. Тири-тири-тири-ти. Беги-беги-беги-беги-беги-беги. Все, что-то как-то больно тихо здесь, ребята, а? Неспроста. Это что? Что это такое у нас? Погодите-ка. Ага, пар, который меня будет скидывать. Это в лучшем случае. Если не обжигать. Пробегаем. Куда делась музыка, ребята? Так, здесь можно просто так пройти, оказывается. Давай-давай-давай-давай, Рекс, давай. Некогда нам тут с тобой тюлюкаться. Слушайте, довольно все пока легко и просто проходится. Ни одного моба не было за это время. О, крысы. Ты хорош тут мне. Хайлота свою открывать. Вот так вот.
Выпадет из нее... Ага, денежка. Что? Известность в интернете? Ну что же, меня это устраивает. Баллы. Так, можно, ребята, выучить... Давайте, наверное, рюкзак с вами. 60 предметов вместимости. Еще и очки. Силу по полной и анархия. Анархия, я так понимаю, отвечает у меня за силу суперудара. Так что она как бы тоже нужна. Разберем тележечку. Она здесь не должна стоять, зато с нее деньги падают. Ну, всего 5 центов, ладно, вторую тоже разбомбим. Нормуль. Ух ты, вот они наши дорогие зомбари. С крючком, с каким-то тут у меня бегает. Даже шансов не было у него. Ха-ха. Иди сюда. Как же я обожаю раздавать люлей. Независимо, крыса это или зомби. Главное, чтобы бить. Так, побежали. Так, а здесь у нас, ребята, надо быть аккуратнее. Я так понимаю, вода под электричеством. Оп, тихонечко. Это что, мы отключили якобы сейчас, да? Напругу. Ну что же, о-о-о-о-о-о. Тихо, 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 иди сюда, блин. Так, сдохни. Ух ты, а этот какой-то мощный. Смотрите, ребят. Блин, надо, интересно, если рубильник включить, изменится что-нибудь? Да отцепитесь вы, елки-палки, у меня даже шанса, блин. Этот зомбарь меня, честно говоря, бесит в маске. Крыс еще как-то внедрился, запрыгнуть. Иди отсюда. Так, что там у нас, красный чмень, блин. Ух ты, сопляк. Блин, ребята, он меня отравил. На, блин. И еще, ах ты. Нет, надо, ребята, наверное, врубать рубильник, чтобы их било током. Ух ты, я сейчас отдуплюсь нафиг. Смотрите, как он жестко меня шпарит. Так, пивасика выпили. Блин, 10 секунд надо ждать, блин, пока будет отхат. До следующего приема пищи, так скажем. Ну, вроде более-менее. Все равно гад достает. Там еще крыса, смотрю, бегает где-то. Все, отбегалось свое. Слушайте, надо, ребята, отсюда смываться. Так, ну-ка, рубильник, врубайся. Да как ты... Не попасть, блин. Ну, а здесь можно? Ага, отлично. Ну, давай, иди сюда, я тебя буду ждать. Вроде бы... Блин, а где напруга-то? Все, жарит, жарит его, ребята, смотрите. Ах, запрыгнуть он не может? Не может. Все, тогда... Ой, кончилось. Но не тут-то было. Отличненько, ребята. Практически не применяя никакой силы, мы его забомбили. Что тут у него лежит? Какая-то футболочка. Дирижер. Не знаю, что это такое. Что это за название? Так, иди сюда, зомбарь. Я смотрю, карточка черная на полу лежит. Надо будет ее просканировать потом с мобилы. Да музыка ушла. Такая забористая была музыка. Ах, красота. Да что ты. Смотри, как чмо. Ножом прям в спину. Ну-ка, они, вот ниндзя. Это самые поганки. Самые вредные, ловкие, юркие. Надо их... Ё-моё, еще и крысы тут уже ко мне прыгают на спину. Вот взяли моду на мне кататься. Так, перекусили. Иди сюда. Что ты там хайло свое открыла? Вот так вот, со мной шутки плохи. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, просканируем эту карточку. Где тут у нас? Ага. И есть предмет. Интересно, какой предмет мы получили? Так, это не то у нас. Оп, перекусик небольшой. Но он, в принципе, нам нужен был. Дирижер, так. Ну, в принципе, неплохая штука. Так. И вроде бы пока ничего такого. Ага. Ремешки с шипами. Вот так вот. Опаловый монокль. Хм. Ну и что же, вроде бы как все, ребята, да? Ну, тут скиллы, пивко. Маски. Тут еще маска у нас. Вот так вот оно будет лучше, я думаю. Ну что же, ребята, переоделись мы и давайте продолжать наш путь. Пока все довольно тихо. Какой-то хлам здесь у нас. Так, бочки. Кстати, с токсичными какими-то отходами. Я думаю, их трогать не стоит. Опа-на, а как здесь быть? Как мне перепрыгнуть, если они тут стоят в ряд? Опа-на, вот так вот, ребята. Взрывается еще при этом кислотный дождь. Нехило. Ладно, давайте, наверное, вот эту поднимем. Ой-ой-ой, поднять хотел. Блин, вместо этого взял и звезданул по ней.
Ладно, может быть какая-нибудь арматурка выпадет, а? Не знаю я. Взять мне как? О, вот так вот пойдем. О, вот это я тупанул. Побежал с машиной. Не туда, куда надо. Так, ладно, придется немножечко подкрепить. Не то съел еще, к тому же, блин, ну что такое-то, а? Музыкальную композицию слопал. Ну-ка. Ё-моё, промазал. Можешь попробовать перепрыгнуть? Ага, нормально, ребята, все вышло как нельзя хорошо. Там, оказывается, был промежуточек. Ну, а бочонок со мной пойдет вперед, потому что если что или кто, я сразу его брошу на него. Там сзади крыса, нифига. Так, здесь у нас что такое? Показывает идти вперед, но мы, в принципе, этим и занимаемся. Что-то... О-ё-ё, это кто такой у нас? Так. Куст. Кист-куст. В общем, какой... Опа, отлично. Понеслась, ребята, заваруха, это босс. Так что не рассусолимся. Надо брать бочку, блин. Да ядрить тебе на корень. Да что ты... Ах, что он там делает, я даже не знаю. Сейчас что... Ой-ой-ой-ой-ой. Хотел, ребята, он меня, видимо, пнуть. Ха-ха, ниндзя его бомбит, нормально. Так, суперударчик сработал, шикарно. Слушайте, его надо, знаете что, ребята, подставлять под кислотный дождь. Что ты? Угомонись, родной. Все, остынь. Так, давайте бомбанем по нему этой бочонком. Вот так вот, самое то, что надо. Все, ребята, удар остался, один удар ему. Есть. Черта с два там есть, блин. Ниндзя, иди сюда, блин. Ты меня уже раздражаешь. Да какого лешего? Взорвется, нет? Отлично, бомбанула она все-таки. Подпиточка небольшая. Продолжаем бой, ребята. Надо этих пырей всех валить. Слушай, ниндзя, ты меня уже достал. Ну действительно, в корень причем. Так, хорошо, что он у пинка прописал. Так, бежит, 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 хромоногий. Сейчас хочет прыгнуть. Черт, не то нажал, ладно. Сила тоже не бывает лишней, поэтому все пока на мази. Черт, я и боюсь этого дурачка. Пока он мне еще ни разу не ударил. Ну, честно говоря, не особо хочу попадать под его удар. Думаю, там будет не сладко. Так, где же мне взять? Может быть... Вот так вот. А теперь давайте попробуем еще разок. Блин, не действует. Добивку, добивку. Опа! Черт подери, промазал, ребят. Ну как так? Как можно было промахнуться, блин? Не понимаю, что он там за лицо свое держит. Псих какой-то, а? Недоразвитый. Буянит все, он буянит. Вот под этот удар, я думаю, если попасть, когда он тут ногами топает, будет не сладко. Черт, дайте мне хоть какое-нибудь оружие. На-ка ящиком. Ха-ха, надо его, в принципе, добивать. Дайте-ка я этот крюк возьму и попробую крюком. Ага, шикарно. Ядрить его на корень. Да что ж ты. Только не говори, что ты кислотный тоже какой-то там. Нет, вроде бы нет. Вроде бы все нормально. Так, надо всего лишь взять бочку и кидануть. Ух ты. Все, 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 все. Надо, ребята, добивать его. Есть, есть, есть. Добивочный. Отлично. Просто великолепно. Добегался, слюнтяй. Ух ты, тут повыпадало неплохо с него. Так, давайте-ка солод поднимем. Пригодится нам для будущих отваров. Возьмем вот этот вот ножик двухсторонний. Ну что же, и побежали, побежали. Голова, ага, просто так лежит. Я думал, может, какой-нибудь типа тотемчика. Пришелец-скелет. Ха-ха. Я думаю, стоит одеть, ребята, этот костюмчик. Нормуль. Так, ремешки с шипами. Ну, тут я не знаю, честно говоря, что лучше сделать-то. Нападение. Слушайте, этот билет думаю отключить, а вот это включить. Потому что толку от него абсолютно никакого. Я даже не заметил. Ну, а по маскам вроде бы все у нас хорошо. Так, нет, давай-ка одевай ее обратно. Угу. Все отлично. Продолжаем путь боевого Рекса. И кто у нас тут будет? Тихо, тихо, не упасть, главное. Так, какой-то мостик. Ой, ой-ой-ой-ой, это что такое? Это так должно быть или как? Спасибо тебе. Да не за что, елки-палки. Так, плот, я так понимаю. О-о-о! Ничего, я не подкрепился даже, ребята. А-а-а, заваруха.
Ну-ка всем отсюда. А в чем тут суть-то, а? А, просто бомбить, видимо, на плоту. Продержаться, блин, как можно дольше. Ну ладно, попробую. Хотя мало очень жизни, ребята, очень мало. Ниндзя еще поганые эти. А, черт. Завалили, подонки. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорого, ребят. You can't stop bounce.